I see your clue. No, you worry, but didn't mean to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home, but I still her alone. And I said, mama, mama, don't be so down. I'm not that unfunded boy. Mama, mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, mama, don't be so mad. She'll be back home till sunrise. Тема танца была, у нас был танец очень классный, очень, он такой был, не взрослый, ни в коем случае, песни без мата, да? Смысл танца, очень классный танец. На чем после танца ты была помимо своего? Я только что была, я была у Инны Мергоязовой, была у Юджина Кулаковского. Круто, а что ты хочешь пожелать студии на день рождения? Я хочу пожелать студии на день рождения, я уже давно в студии это занимаюсь, уже очень-очень давно, я не знаю сколько, В общем, я хочу пожелать, чтобы вот как все те предыдущие года, так она процветала дальше, как вот держалась на этом пьедестале и росла только вперед, только шоу-мозгов. Я хочу пожелать, чтобы студия развивалась еще больше, чтобы Тбилиси было еще в разных городах. О, круто! Все было очень круто. В каких мастер-классах ты уже была? Я сейчас буду на первом, уже не было просто, но и Дениса Мергоязова. Уже такая нарядная, наверное, сегодня вечером выступаешь на шоу-кейсе. Да, выступаю. В составе какой команды? Хит-шокер. Вау, молодец, давай 5 желаем побед. Только что была у Юджина, сейчас буду Дениса и Юджина на коллабе. Не устала еще? Очень устала. Руби хип-хопчик. Очень устала. Like the sun in the sea, she will disappear tonight with me. And I would not anymore do what I thought the guys did before. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she'll sleep at home. But I still her alone. And I said, mama, mama, don't be so down. I'm not that confounded boy. Mama, mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, mama, don't be so mad. She'll be back home till sunrise. Это Юджин Кулаковский и прекрасные два выходных, 26-27 сентября я праздную день рождения DDC танцевального центра. Это были два насыщенных, классных, крутых дня. Я провел танцевальный тренинг Dance Profi по постановке композиции, по созданию хореографии и практика, как создавать номера, то есть мы попробовали с ребятами. Скажу, что это был мой первый опыт и спасибо Dance-центру DDC, потому что они меня заставили это сделать. И я наконец-то поднял свою попу и реализовал этот проект. Хочу использовать шанс и поздравить танцевальный центр с днем рождения, пожелать очень много денег, чтобы всегда финансовая стабильность сопутствовала ихнему развитию. Все начинания заканчивались только прекрасным успехом, и педагоги и ученики были на высоком уровне. Всем пис, Юджин Кулаковский, пока. Так, ребята, вот и закончились эти полдня, еще нас ждет полдня насыщенных, это шоу-кейсы и пати наши. Что я хочу сказать, это было круто, было
4 часа классов, 2 из которых давал Женя, наш гость Кулаковский, и один мы давали вместе. Люди заряжены, люди готовы развиваться, люди хотят развиваться, люди хотят общаться, люди хотят получать знания. Поэтому можно сказать, что 11 лет мы работаем не зря, мы создаем и развиваем наши таланты. Поэтому, друзья, всем спасибо за поздравления, за те сияющие глаза. Идем дальше, идем в 12 лет. Like the sun in the sea, she will disappear tonight with me. No, we're not anymore, do I thought the guys did before. Hey, hey, you, it's a girl and maybe she'll sleep at home. But I still her alone. And I said, mama, mama, don't be so down. I'm not that them from this boy. Mama, mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, mama, don't be so mad. She'll be back home till sunrise. Sunrise. Hey.